Всем привет! Вы на канале Саша ТВ. Сегодня я вам покажу все самые крутые вещи из Лего, которые я построил сам. И я построил из наборов Лего, которых я придумал сам, и которых не я придумал сам. От самых маленьких до самых больших. У нас есть весло для лодки, мотоцикл, скунс, лодка. Самолодка, елка, вот такая вот лавочка, где тут вот есть лавочка, удочка, чтобы рыбу ловить, и зажигалка, чтобы тут огонь горел, можно еще рыбу для этого поймать в воде, и чашки. Также тут есть самолет, в котором сидит почтальон. Лондонский автобус. Тут есть вход. VIP-кресло. VIP-кресло на втором этаже. А на третьем этаже люди. Много людей. Также тут есть такой вот автобус. С водителем. С рулем. А в одном еще в наборе. Синий набор, а в моей лего-выставке есть вот такой вот набор классный. Лего-креатор 3 в одном. Тут можно машину поставить, так сказать, вот, чтобы было вот так. А еще там из этого можно построить целый маяк. Но об этом чуть позже. Главное, что есть в машине, это багажник. Можно полежать. Захотел, поел, попил. Но в основном для этого сделан фургон, который я вам покажу чуть-чуть позже. Тут есть ветки, дворники. Вот тут тоже есть ветка. Вот эти вот дверки и рульник классические. Вот что я вам не хочу сказать. Вот это фургон. Очень большой. У меня даже был еще один набор Лего, который был такой же фургон, только это был набор Лего Сити. Так. Еще. Тут есть внизу опоры, на которых он может стоять, когда его машина не везет. А еще рядом с ними есть ящики. Что в них? В одном ящике денежка. Первая денежка Лего, которая у меня есть. Во втором ящике фотоаппарат. Надо их спрятать обратно, чтобы никто не утащил денежки. И фотоаппарат. Теперь мы открываем дверь в фургон. Тут папа ходит-бродит. Мама тоже есть. А сын где-то ходит там. Вот. Тут это. Кстати. Есть очень классная штука. Вот эти человечки были. Тут сковородка, кровать, компьютер, дверь, туалет. А также полка. А еще самое интересное, то, что тут есть столик. Тут прям все как в настоящей жизни. Тут все как в реальной жизни. Столик со стульями. Вот. Также тут еще есть рукомойник. Посудомойка, где уже лежит. Сковородка.
лестница, окна, которые тоже не классические, их можно открыть. Еще на крыше тоже есть такое окно. Прицепить его было очень трудно. Но мы нашли новый способ сборки. Тем более хорошо. Вот. Также тут антенна. Кстати, тут можно прямо отдыхать рядом с антенной. И издали кажется, что это какой-то робот. Вот эти вот, вот, смотрите. Та-дам-та-дам-та-дам. И даже можно снимать образ. На другой стороне головы у нее очки. Та-да-да-дам-та-да-да-дам-та-да-да-дам. Так. В общем. Тут у нее очки, если хотите знать. Вот вообще прям класс. Это реально очень крутые наборы. Сейчас я вам покажу, как отличить, где это мое, а где не мое. То есть, что я собрал и сам придумал. А где то, что я не... То, что я не придумывал. И не знал, как собрать. Это, как вы уже догадались, я думаю, то, что это я не сам придумал. Автобус, лондонский автобус, придумал я лично. А вот самолетик, это не я. Также вот елку и платформу, так сказать, а также лодку и весло скунса, мотоцикл придумал не я. Они были в одном же наборе, где машина и фургон. Вот такой у нас был классный обзор. От большого до маленького и от маленького до большого. Всем до свидания. Вы были на канале Саша ТВ.